Флорентина. О, мама, что это? Это церковь? Древняя церковь. Древняя церковь. Вот уже виден дворик. Апельсиновый сад. Это дворик, апельсиновый сад, который очень знаменит. Я уже увидела открытки. Мы уже заходим. Мы уже находимся в музее Борджелло. Тут три скульптуры Давида. Скульптура Донателло. И еще две более известные. Не могу прочитать автора. В общем. И более известная тоже Донателло. Мы идем с Абрибобари. Мост Понте-Веккьо. Мост Понте-Веккьо. Река. Просто взгляните, вон там вдалеке, возможно, это не фокусируется и не очень хорошо видно, но это такой собор, из которого, ну, есть такая площадка, и там видно все. Там вон горы, а вот голубь, который идет ко мне. Да, голубь? Мы нашли, да, Палаццо Питти. Просто взгляните, это что, это жутко. Я имею в виду там муравьи, просто они не фокусируются, они движутся и они красные. Я жутко боюсь красных муравьев, поэтому я хотела здесь сесть, но они даже там ползают, поэтому я вот так вот сижу и хочу рисовать вот эту красоту. Мама с папой стоят вот в этой гигантской очереди. Мы идем в сады Бовари. Вот, там вон очередь за билетами, а я сижу вот с этим вот. Просто жесть! Эх. Ну уж и здесь. Тут не то проблема. Очень жарко тут. Мы решили сходить в кафе, чтобы как сказать, охладиться, купить воды, потому что у нас ее нету. И там сказано в путеводителе, что там очень красиво видно Флоренцию. Ура!
Очень плачевно, потому что как бы вот это кафе, которое сзади, вот это зеленое интересное здание, но оно не функционирует. То есть, возможно, это и есть кафе, а возможно, нет. Я не знаю. Мне так кажется, что 90%, что это то кафе, но не работает. И мы обречены, нет. Мы поднялись на самый верх. Просто. Там с другой стороны, где-то вот там, в кипарисах, видна Санта-Мария-Аль-Монте. Куда мы тоже заберемся. Обязательно. Просто завораживает. Ну и тут ветрено, так хорошо. Вот мы вышли на Кипарисовую аллею.